Позитивных изменений после внедрения отдельных пунктов послания ждут тысячи предпринимателей. Сокращение доли участия государства в экономике позволит увеличить конкурентное поле и откроет новые возможности для казахстанского бизнеса. Так считает председатель партии АкЖол Азат Перуашев. Поручение обеспечить кардинальное сокращение издержек бизнеса на услуги монополистов, значит, там ЖКХ. Это на самом деле проблема большая, потому что вот я сейчас регион объезжаю, очень много жалоб на действия, скажем, энергоснабжающих организаций, когда берут, значит, уведомляют, что теперь не будут напрямую продавать, а только через посредников. Посредники тоже вдвое завышают цену. Это, естественно, бьет по работе бизнеса, это бьет по себестоимости продукции, это бьет и по себестоимости наших товаров тоже. Потом удивляемся, почему у нас засилие импортных товаров.